вопросу о прочностных характеристиках по афгановских магазинах, да? Вот тут два магазина. Первый — десятка, очень удобная, отрезная. И второй магазин второй генерации. Уже, то есть он фиксированной емкости и другой эргономики. Да, вот сразу видно по следам износа, что вот тут щечки вытираются, примыкается магазин все еще довольно туго. Этот же примыкается отлично, очень легко. И никаких следов износа нет. Давайте их, как меня просили, сейчас у нас где-то градуса 2-3 минус. То есть, конечно, не прям морозоустойчивый тест, но что-то. Ну, бетонная, да, плита. Патроны только отстреливаются. Ага, вот. Да, произошло западание подавателя магазина. Вот такой вот есть существенный недостаток. В остальном, да, только вот повреждения, только небольшие, заметь, кто просил, да, краш-тест. И краш-тест 30-ки второго поколения. Губки откололись, видно. В общем-то, несмотря на это, магазин работает нормально. То есть, фактически, да, самое слабое место этих магазинов — это губки. Лучше на них не ронять, не кидать. Ну и, соответственно, готовить поломки при падении. А при обычной эксплуатации все падения обычно происходят пяткой магазина или тыльной стороной, и они просто заминаются без существенных повреждений. То есть 30-ки все же, да, я рекомендую использовать с металлическими закладными элементами, то есть обычные штатные. Но короткие магазины 10-20, тут выбора особого у пользователя нет, поэтому только по афган. В принципе, при аккуратной эксплуатации они не повреждаются никак. В общем-то, на этом все. Спасибо за внимание.